быстренько расскажу по поводу маленького экспоната и большого экспоната. Так как у меня вторая вот эта вот камера, на которой я сейчас снимаю, тоже, по-моему, накрывается и настает мандец. Суть какая? Значит, вот маленький экспонат, это выносной. У него ножка вот такая, а у этого вот такая. Значит, в чем проблема? В том, что я когда выносил на улицу, Костик сказал, сделай так, чтобы вот было удобно поставить щит. Вот если щит поставить, он не очень удобно стоит. Здесь все-таки намного поудобнее, и он уже никуда не шатается, не уезжает, то есть более фиксировано. Вот. Если поставить каплю, например, то есть раз, все, капля стоит. То есть он будет повыше, немножечко, конечно, еще подпилится. Вот здесь, вот в этих местах, то есть ровненько, чтобы не так вот стояло, а ровненько. И все это будет уже зафиксировано. Ну, останется все что, это покрасить, ну, то есть пролачить, чтобы оно приобрело цвет приятный дерева. Вот. И, в принципе, все, экспонат можно наряжать, как говорится. Крестовину можно наряжать. Вот уже одна есть. И вот таких вот штук надо мне сделать 4. Вот 4 креста таких. Сюда вот по углам. А эти будут выносные. На улицу пойдут. Ну, в принципе, все. Я буду потом заниматься вопросом других крестовин. А сейчас на этом, как говорится, заканчиваю ролик.